поселке Любец Черниговской области произошла стычка между нардепом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком. По предварительным данным, руководитель скандальной строительной корпорации «Укрбуд» Максим Микитась ворвался в помещение сельсовета в селе Любец и избил главу этого сельсовета. На видео можно увидеть, как миллиардер Максим Микитась в грубой форме общается с Пинчуком, материт его и угрожает тюрьмой. Не кричи, ты вошел. А ты, скотина, умотала, трусло, блядь, барман. Я тебя посажу. Я тебя посажу. А кто? А за ты будешь. Ты меня понял? Маш, вызови, пожалуйста, полицию. Вот полицию вызовите, сейчас полиция тебе заберет. Председатель ОТГ звонит полицию, но Микитась отбирает у него мобильный телефон и бросает его в стену. Работаю. Не, подождите. Молодые. Напомним, что «Актуальная правда» проводит расследование по компании «Укрбуд», которая должна была передать часть квартир военным, но ее владелец нардеп Максим Микитась и генерал Алеров решили сделать коррупционную схему, поэтому квартиры нацгвардейцам были выданы на самое крайне Киева в ЖК «Оберег».